Добрый день, дорогие читатели и телезрители. Новый год, конечно, чудесный праздник, но все мы знаем, что с ним связано довольно много проблем. Переедание, алкогольное отравление, аллергии. Как этого избежать? Об этом мы сегодня поговорим с гостем нашей студии, профессором, доктором медицинских наук, специалистом в области здоровья и сбережения, Татьяны Николаевны Петровой. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Давайте просто коснемся, наверное, цитрусовые. Очень отрадно слышать то, что у нас на самом деле, да, цитрусовые – это какой-то атрибут Нового года. Mm-hmm. Мы все к этому привыкли, по крайней мере, наше поколение, да, это просто не представляет иного, да. Но цитрусовые, как правило, мы рассматриваем как источники витамина, витамина С, да, природного. Очень много кладезь, да, собственно говоря, других витаминов, и витамин К, и витамин В, и А. И, безусловно, все мы прекрасно понимаем, как он полезен для организма и, конечно же, взрослого организма. Но следует, конечно же, обращать внимание на то, что цитрусовые, мандарины и все их ближайшие родственники, апельсины, лимоны, грейпфруты, они достаточно аллергогенны сами по себе. И, конечно, просто употребление с осторожностью. Если говорить о здоровом ребенке, то, конечно, это уже, да, то есть на этапах доведения до прикорма и уже в детстве мы позволяем это делать, но обязательно контролируем и ограничиваем количественный показатель, что не менее важно. И на сегодняшний день считается, что не более, да, то есть 5 мандаринов должен употреблять как бы, да, взрослый человек, ну и, конечно же, не более 3 мандаринов, да, в день ребенок. Как правило, как аллергии проявляют? То, что мы называем в медицине атопическим дерматитом, да, а то, что мы ориентируемся как бы так в быту, это, конечно, высыпание на коже. Ну, скажем так, если сопоставлять с другими формами, да, аллергических реакций, то, конечно, это, наверное, ну, скажем так, самый простой вариант. До сложных, как правило, да, то есть цитрусовые не вызывают, если, конечно, да, то есть, ну, все зависит от количества, да, то есть антигена, которые присутствуют, да, и, конечно, и реакция будет объемная. Но, тем не менее, здесь очень хочется обратить внимание, во-первых, что у цитрусовых достаточно часто встречается извращенный вариант, то есть поздняя реакция, да, то есть проявление. Потому что обычно это проявляется на новогодних праздниках, да, когда происходит злоупотребление как бы, да, цитрусовыми. И спустя некоторое время, да, появляется определенная сыпь, которую мы можем поставить с какими-то другими, да, то есть обстоятельствами, поскольку как бы не напрямую связано непосредственно с употреблением. Вот. Но, тем не менее, это действительно очень мощный, очень мощный, как бы, да, дает такой аллерген. И, конечно, ну, наверное, людям атопичным, как правило, да, то есть это системные процессы в организме, конечно, следует ограничить. Я знаю, что еще кашель могут вызывать цитрусовые. И вот в этом случае вообще что делать? Самим принимать антигистамин или все-таки обратиться к врачу? А если более серьезные такие вот симптомы? Спасибо, это очень хороший вопрос, поскольку, собственно говоря, медицина на сегодняшний день, да, она старается упорно противостоять самолечению пациентов, поскольку у нас действительно очень много источников являются доступными, да, то есть интернет у нас в помощь на ежедневной, как бы, да, то есть приходится. И, к сожалению, да, то есть многие подсказки являются низкоквалифицированными, неправильными, да. Поэтому, как врач, я советую прежде всего все-таки обратиться, да, то есть к участковому доктору, педиатру, дежурную поликлинику, поскольку, собственно, новогодние праздники, они отличаются, да, то есть именно графиком работы. Но, конечно, если немедленную помощь, да, то есть антигистаминное следует, безусловно, дать. Ну, вы знаете, есть те, кто... Нет, вы точно это знаете. Есть те, кто не любит ни сладости, ни мандарины, зато любит спиртные напитки. И, как правило, всегда заходит речь о, ну, какой-то такой, как бы, да, мифической норме. И можно ли ее превысить в праздники разово на пару-тройку дней? Просто вот, знаете, сейчас вот я слушаю вопрос, и мне очень отрадно, да, что эта тема поднимается на самом деле, поднимается в канун праздников, когда самое большое количество, наверное, вот таких эпизодов злоупотребления алкоголем, да. Сразу оговорюсь, да, что безвредных доз алкоголя нет. Да, фактически, как бы, содержание, мы говорим, во-первых, и о количественном отношении, и также я действительно очень хочу на это обратить внимание, на качество, да, то есть алкоголя, которое очень актуально на сегодняшний день. Если говорить о том, что, в принципе, ну что это, да, то вот, ну, весьма так абстрактно, мы можем, в принципе, с вами приравнять, фактически, это к употреблению яда.
Безусловно, да, крепость определяет количественную меру этого яда. Безусловно, если это происходит эпизодически, то наш мудрый организм, конечно, пытается справиться самостоятельно с этой ситуацией. Но на регулярной основе, да, даже малыми количествами могут наступить необратимые органические изменения. И в первую очередь может пострадать у нас печень, почки, нервная система, сердечно-сосудистая система. Вот, поэтому, конечно, с большой-большой осторожностью. Если уж говорить, собственно говоря, ну, наверное, в таком вот соотношении, да, что я имею в виду, то, наверное, для примера. Примерно 100 грамм крепкого напитка, в частности, в переводе, допустим, на водку, да, которую достаточно часто употребляют мужчины, прежде всего. Конечно же, да, это приравнивается примерно к 40 грамм, да, то есть малоактивного яда. То есть мы можем себе представить, да, то есть вот что происходит эпизодически. А спирт — это малоактивный яд? Ну, по сути, ну, нельзя, неправильная как бы терминология, это, наверное, более такой, наверное, в обывательском плане, да, сказать, ну, такое вот соотношение, то есть просто чтобы более, наверное, было понятно, скажем так, да, я хочу подчеркнуть именно вред, да, то есть употребление как раз крепких алкогольных напитков. Но и, собственно говоря, и шампанское не является исключением. Мы тоже привыкли к тому, что праздники, ну, наверное, самые важные, вообще шампанское рассматриваем, наверное, как напиток, да, который дарит нам... Ну, атрибут Нового года, да, зло и вред шампанского, да, оно заключается в газированности. И ни для кого не секрет, да, что, собственно говоря, газированные напитки начинают всасывание непосредственно даже из ротовой полости. И, безусловно, концентрация попадания, да, то есть она намного выше, поскольку, собственно говоря, сосудистое русло, быстро поступает сосудистое русло и, безусловно, быстро провоцирует опьянение. Причем, чем моложе организм, да, тем опьянение наступает значительно быстрее, поскольку, собственно говоря, не совсем созревший, да, там, детский мозг, безусловно, у нас воспринимает это достаточно быстро, поскольку обладает низкой толерантностью к углеводам, к алкоголю. Но почему? Я не случайно, да, говорилась именно о детях, да, потому что у нас на сегодняшний день очень популярна стала так называемая имитация, да, то есть детского шампанского. И вот эта ситуация, она очень настораживает, поскольку фактически мы, наверное, детей закладываем условную норму потребления алкоголя с детства, да, то есть мы пытаемся донести до них, что это атрибут праздника, да, это яркого события, а что, собственно говоря, в детском возрасте, ну, это действительно воспринимается на очень высоких нотах, и это как-то очень в позитиве, да, всегда идет. Но, переходя во взрослое состояние, безусловно, концепция не меняется, а только усугубляется, и крепость уже с возрастом начинает увеличиваться. Поэтому, дорогие мои, очень хочется обратить внимание, что с осторожностью, да, кроме того, еще тоже очень хочется коснуться качества, да, потому что на сегодняшний день вот такая тенденция, уж к сожалению, да, то есть она повелась, что под маркой шампанское, да, то есть у нас нередко, ну, скажем так, суррогатные продукты, да, то есть проходят под эгидой игристых напитков, да, я даже не называю целенаправленно это вином, поскольку производятся они, как правило, из вторичного сырья, из некачественного сырья, и как раз эффект, да, который характерен для, скажем так, ну, традиционных форм приготовления шампанского, да, это достигается как раз за счет различных добавок, усилителей вкуса, определенной газированности, да, консервантов и так далее. Сахара. Сахара, безусловно, да. Поэтому, конечно, мы все это прекрасно понимаем.